самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! Своим королем. В конце концов, все вы будете служить мне. Грима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Thank you.
закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить. Сейчас серебро научится кока накидать. Конечно, ну, будет весело. Ну как бы он их и умеет кидать эти шипы, это примерно то же самое. Ну только вот шипы урон наносят, блять, а коконы-то нет. Да, потому что он будет еще и коконы кидать, не только шипы. Хотя нет, коконы будет веселее налететь, тебя в коконы кинули и в тебя дух летит. Воу, ну, да. И ты такой стоишь, блять, бежать или стоять? И дух в тебя идет. А потом еще осквернение ебанет еще. Войт, привет. Ну, тогда ты самый главный везунчик. Ступай с миром. Он, блядь, опять расплодилась, пернатор. Костя. Слышишь? Ты это хотел спросить? Ну да. Что, получается, мне бахать не надо? Ура! Первый рейд, который я не бахал. Сейчас исправим. Там фул или нет? Не, нам еще двоих надо. Нам одного хила и один двоечка. Просто сразу понятно, кто дрэш чистить не хотел. Кто его с нами не чистил. В принципе, логично. Которая сказала, что через минут 20 зайдет. А это он не про вторник написал? Она. А, ты про нее. А она точно нужна? Ну, по идее, хил-то нужен. Да. Да, прям нужен. Так, ничего не бафаю, кайф. Ебать, я единственный лок в нашей семье из 25 человек. Не единственный. Представляешь, что такое бывает? Есть еще один где-то в ебенях, блять, не в сетишный.
не всетечный будет всетечный. Вот как зайдешь, так открывай свой ротик. Спасибо. О, ничего себе, рарник дамажить будет. Да. Ничего себе, ЕП уже зачислил. Мы нашли танка. О, ЕП 200, ну ничего себе. Надо ЕП только раньше давать, мне кажется. Минут на 27 раньше. Да, и сразу расходиться. Да. Чтобы люди не сидели, не ждали фулл-рейда. Ну как да, некоторые. Кстати. Поддерживаю. А кто-то пришел за 20 минут, Дарте. Кто-то вообще, блядь, целый день в Вове нахуй сейчас на РТ пошел. Ну, да? Походу, вообще делать не хуже. Не, ну заранее надо приходить-то. Чтобы вот этого не было. Ну, некоторые-то не могут, лишь так домой торопиться, видимо. Вообще. Хотя весь день в Вове была, да. Уважительная причина. Почему вы опоздали? Потому что весь день в Вове играл. А почему в ответственный момент не появились? Да, просто так не сложилось. Ну да, за чаем пошел, да. Это кстати, да, надо сходить за чаем. Кстати, да, на пару минут, а то все равно двоих ждать. Для пидоров сегодня. И больше не вернулись. Че, ЕП получили, заебись, все. Мы расходимся. Что мы джикс ставили? Почта. Кто-то на французском пытался говорить. Лёха, у тебя с собой есть два осколка грёз? Пу-пу-пу, нет, наверное. Так, а, есть, есть. Дайте. Какой Лёха тебе должен дать? Какой, блин, блин. У тебя занято. Да всё, Лёха, дал. Ничего никому не давал. Присуманьте, я пойду стрёмные плечи уберу. Ты имеешь в виду трансмук сделаешь? Угу. Или мы присуманим чела? Нормальные плечи. Ну я поставил шкаф, на него тыкнуть только надо. А, ну-ка. Когда я тебя вижу. 20 минут смотрю. Понял. Не выглядят они как латные, какие-то тряпочные, блядь, уёбищные. Бесят меня. О, угомонись, Лёха. Ты откуда его ждёшь? Говорю, угомонись, убери. Всё, зачарил? Угу. Ну, спасибо. Он догадался! Он допрыгнул! Охренеть!
Все, пиздец, пошли дальше тестить. Пока не допрыгну. Сейчас я Долоран смотаюсь за сумонича. А это кто сказал? Холидринк. Не тыкните тогда меня сразу. А еще рано, я скажу. Да пофиг, пускай висит. Давай, сова, докажи, что ты можешь до сюда допрыгнуть. Мне интересно, вот отсюда можно достать до босса? Я с третьего раза сюда запрыгнул. Ну, слушай, можешь попробовать. Я думаю, все будут очень сильно ругаться. Пойду лучше покурю в пизду. Пизду этот ваш паркур, да? Не мое, еще упаду, блять, копыта сломаю себе. Самое интересное, а блинк вы сможете юзать? В босса. Не, ну это тоже хороший вариант. Пук мастер. Киньте суммон. Полидрин. Что там, сумон будет? Сейчас я на лока зайду, квесты доделал. Здрасте. Привет. С кем заходить? О, я спрятался. А чё это ты спрятался? Тебя испугался. Престом заходи. Поддерживаем. Я не настолько страшная. Ну, а этого мы не знаем. Чё? Слава, кем заходить? Престом. Шапешить будет. Да нет у меня спек.
Это не помогает. Тебе помочь? А чё у нас пацаны на груле во время РТ сидят там? Нормально. Чё за пацаны? Стрелять их на месте. Панучок? Угу, в ЦЛК там типок сидит. Он восточек, чё он в землю какая-то. Что он может? Ну, новичок слабый для ЦЛК. Сова какая-то 252-я. Дал ранее сидит. Так, а зачем она? 256-й сидит. Кидай щит. Ну, блин, тут лучше, мне кажется, хоть кого-то иметь и боссов троить, чем просто АФК возле ребра стоять. Я бы лучше возле ребра стоял, чем, блядь, чем вайпался на нем по 10 раз. Сколько дефа, Лёха? Ванька на ШП пошел. 608. Да. У нас нету, видишь, РТД. Равис, находите зеленый сокет. Можно два, блядь. Вист. Слава, ДЦ или Холи? С Геншином поговори. Что с ним разговаривать? Ты, РЛ или он? Ну, кому как удобнее, мне похуй. У меня нет нормального холика. Вот, а что ты не написал? Вернемся на мой корабль и устроим круговерть в пустоте. Сейчас еще раз сумонять. Если меня как следует завести, светится все. Глаза, татуировки. О, кто-то один остался, да. Слушай, ты счастливчик. Вот он.